Всем привет! В сегодняшней подборке вы увидите 5 сериалов от Netflix с рейтингом выше 8 баллов. Таких, как я, очень много. Вы так думаете? Главными героями сериала являются специальные агенты, работающие в отделе поведенческих наук Академии ФБР. Мы ездим по стране и обучаем копов техникам ФБР. И чего только люди не делают друг с другом. Предела нет. Как мы можем помочь? Они опрашивают находящихся в заключении серийных убийц, классифицируют их поведение с целью понимания образа мысли преступника и создают практическое руководство для раскрытия текущих уголовных дел. Наша работа не сочувствовать этим людям, а сажать их на электрический стул. Мне не может нравиться все, что мы делаем. Мы общаемся с серийными убийцами. Хочешь трюфелей? Придется зарыться в грязь вместе со свиньями. Как нам превзойти сумасшедшего, если мы не знаем, как он думает? Действие сериала разворачивается в 80-х годах в тихом провинциальном городке. Благоприятное течение местной жизни нарушает загадочное исчезновение подростка. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф. Также событие затрагивает лучшего друга пропавшего мальчика. Он со своими друзьями начинает собственное расследование. Какого черта? Друзья уверены, что близки к разгадке. И теперь им предстоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил. Может, Уилл увидел что-то, чего не должен был? Маленький немецкий городок встает на уши, когда в расположенной в лесу пещере пропадает школьник. Будто земля поглотила его. Его отец бросается на поиски сына, не понимая, что искать надо не в каком-то конкретном месте, а в другой эпохе. Вскоре о существовании машины времени станет известно и другим жителям городка, как и о том, что в этих событиях замешана местная АЭС и культ Изумрудная Скрижаль, который хочет устроить на Земле апокалипсис, чтобы перезагрузить все события на планете. Мы не успеваем моргнуть, как перед нами появляются новые технологии. Пока одни радуются комфортной жизни, другие тревожатся за недалекое будущее. Вы впервые убили человека. Ага. Расскажите об ощущениях. Меня снимали. Через камеру на ноуте. Сейчас мы настолько привыкли к электронным вещам, что периодически забываем о реальности. У каждого из нас есть смартфон, плазменный телевизор, компьютер и другая электроника. И мы словно поклоняемся всему этому. Мы не хотим друг друга убивать. Попался. Чем ближе ты к верхушке, тем выше твоя ценность. История сериала разворачивается среди амбициозного конгрессмена. Его цель — сделать госсекретаря президентом Соединенных Штатов Америки. Но после выборов глава администрации президента сообщает ему, что он не получит должность. Фрэнк, мы не назначаем тебя госсекретарем. Я знаю, он тебе обещал, но обстановка поменялась. Суть обещаний, Линда, в том, что их выполняют, несмотря на все обстоятельства. Тогда и начинается накал страстей. И в ход вступают уже менее добрые намерения. Я не назову вашего имени, напечатаю все, что скажете, и не буду задавать никаких вопросов. То есть мы говорим о доверии? Что тебе нужно? Твоя абсолютная и неукоснительная преданность. Как скажете. Мы в очень серьезной зоне этики и закона, но я не против.